Почетные горожане, ветераны войны и труда, чиновники всех мастей и простые ивановцы собрались под крышей музыкального театра, чтобы отметить важное событие в жизни региона. Иваново-Вознесенская губерния сегодня отмечает свой 95-й день рождения. Ну и, конечно, какой праздник без подарков. Госнаграды за многолетний труд и заслуги в различных профессиональных сферах были вручены видным общественным и политическим деятелям региона. Государственную награду за многолетний труд в области законодательства и парламентаризма вручили председателю Ивановской областной думы Сергею Пахомову. Губернатор Михаил Мень отметил, что он горд тем, как развивается регион. Вот совсем недавно, буквально, может, неделю назад, я как-то ехал с какого-то совещания в Москве и проезжал мимо Крокус-Экспо. Все, наверное, знают, на МКАДе это самый крупный, наверное, сегодня в России экспоцентр. И вдруг я поворачиваю голову и вижу огромную растяжку, Ивановская марка. И я вижу то, что выставка строительной техники, я специально заехал туда, на 60 где-то процентов, по моим вот первым прикидкам, занята автокраном ивановца. И мне столько было звонков, давайте поаплодируем этому самому факту.